Выставка World Food 2022 продолжается. Мы общаемся с ее участниками. Один из них Сергей Степанов. Сергей, здравствуйте. Добрый день. Расскажите, какую компанию представляете? Компания 1С Rarus, ведущий партнер фирмы 1С по автоматизации на платформе 1С предприятия. Расскажите более подробно о продукте. Есть ли какие-то у вас новые решения? Потому что все с компанией знакомы. Эта компания прям так в красивом мерче. Все знают точно. А есть ли что-то новое, инновационное, что вы готовите? Ну, в целом, как бы мы здесь представляем те решения, которые предназначены для автоматизации производства, торговли, агропромышленного сектора. Есть флагманский продукт, который, в общем-то, предназначен для автоматизации большинства сфер бизнеса. Это 1С ERP. Он активно развивается. Сказать, что это прям вот свежий продукт, ну, наверное, будет неправильно. Но, тем не менее, продукт очень мощный, очень модный, современный, который востребован практически во всех сферах бизнеса. Расскажите, пожалуйста, немного о форуме. Находитесь здесь все дни. Есть уже какие-то успешные контакты, с кем-то договоренности, возможно? Да, выставка достаточно активная. Есть интересные контакты, которые сейчас вот будем, собственно говоря, продолжать отрабатывать. Это предприятия из агропромышленного сектора, сельское хозяйство, общественное питание. Ну, торговля, соответственно, да. То есть здесь много дистрибуторов, много оптовых компаний, которые занимаются здесь продажами. Соответственно, все они заинтересованы так или иначе в автоматизации, особенно те, которые пришли на рынок впервые. И иностранные предприятия, в том числе и их российские представительства. Так что будем работать, посмотрим на результат. Можно более подробнее об иностранных предприятиях? Возможно, расширяется география, и есть ли такие какие-то успешные уже моменты? Ну, по моим как бы замечаниям, заметкам, конечно, очень много представлено турецких компаний, вот, очень много. Вот, соответственно, контакты тоже были с ними. Ну, традиционно Китай, соответственно, тоже присутствует. Ну, естественно, значительное сокращение европейских представителей. Вот, я практически ни одной компании здесь не наблюдал. Такая вот тенденция. Вот, много представителей из африканских стран, имеется в виду Северная Африка, Тунис, Египет. Но они тоже традиционно были поставщиками в Российскую Федерацию. Ну вот, как бы, мысли такие вот. И с ними вы работали и как бы уже будете дальше нарабатывать? Ну, с турецкими компаниями точно работали неоднократно. Ну, с остальными будем налаживать связи. То есть есть какие-то пилоты, которые уже готовы работать? Да. Спасибо вам большое, Сергей. Тогда желаем вам удачи. День еще не закончен. Возможно, еще будут контакты пополнены в вашей книжке. Да, спасибо большое.